Итак, пятница. Сегодня пятница, 11-е, да? Да, я вот тут на дорожке еду, хотел показать грибы. Не знаю, я, конечно, их не собираю. Ну, то, что они есть, просто вот такие. Насколько они съедобны, не знаю я. Может, они и не съедобны. Бы вот велосипедная дорожка моя осенняя и грибы. Вот так вот смотрится велосипедная дорожка. А вот этих грибов очень похожи на сухие грузди. Также семейками. Также семейками растут. Вот. Их много. Даже вот так вот заглянуть там. Короче, есть. Не знаю, я не собираю ничего. Вон там кто-то кучу насобирал, я видел. И потом я бросил, видать, не стал. Так что мне они не надо. Я просто проезжаю. Ну как, вода поднялась. Дожди были. Вода поднялась. Вот прям. Вообще прям до сбок дорожки. Да. Вот они. Как на сухой грусть похоже. Да, там вот ручей бежит. Ну ладно. Такие вот, ребята, грибы. Поеду дальше. За здоровьем. Всем пока. Вон моя дорожка осенняя. Прелесть.